Стихотворение детства Николая Алексеевича Заболоцкого. Огромные глаза, как у нарядной куклы, раскрыты широко, под стрелками ресниц, доверчиво ясны и правильно округлы. Мерцают ободки младенческих зениц. На что она глядит? И чем необычайен и сельский этот дом, и сад, и огород, где, наклоняясь к кустам, хлопочет их хозяин, что-то вяжет там и режет, и поет. Два тощих петуха дерутся на заборе, шершавый хмель ползет по столбику крыльца, а девочка глядит, и в этом чистом взоре отображен весь мир до самого конца. Он, этот дивный мир, поистине впервые очаровал ее, как чудо из чудес. Вглубь души ее, как спутники живые, вошел и этот дом, и сад, и лес. И много мини-дней, боль сердечной смуты, и счастье к ней придет. Ну и жена, и мать, она блаженный смысл короткой той минуты, вплоть до седых волос все будет вспоминать. Супер.